День рождения филологического факультета прошел, как и подобает литературно-художественному храму науки, под знаком слова. Большой праздничный концерт подвел черту целой недели тематических мероприятий. На сцене были представлены самые яркие и зажигательные творческие номера. Конечно, концертная деятельность – это лишь одно из направлений воспитательной работы, которая развивается на филологическом факультете. В приоритете – наука. За 71 год через эти стены прошло более 10 тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали известными учеными, писателями, учителями, журналистами. Здесь формируется сильная педагогическая школа. Здесь развивается активная студенческая молодежь. Здесь появляются новые специальности и образовательные традиции. Достижений много. Это относится и к нашей учебной деятельности. Это, безусловно, и наши научно-исследовательские успехи, которых немало, выход новых учебников, монографий, конечно же, большое число статей, о чем мы будем говорить уже в январе, когда будет университет подводить общие итоги. Факультет – это учеба, якая дала мне путевку в життё. Это цікавая, натхняльная праца. Это талановитая, одоранная, веселая, глубокая, серьезная и крыху легкодумная студентская аудитория. Словом, факультет много значит в моем житті. С особой теплотой и любовью относятся к своему факультету и студенты. Сегодня именно они являются правопреемниками словесных традиций, которые поддерживаются и развиваются на филологическом факультете. Слово, литература, они всегда меня интересовали. Плюс я могу здесь раскрыться и в творческом плане. А меня это тоже всегда занимало, и этим я занимаюсь с удовольствием. Свой день рождения филологический факультет Брестского государственного университета имени Пушкина встречает с серьезными успехами и достижениями. Дальше, уверены ценители слова, будет только насыщеннее, успешнее и интереснее. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».